Вашему вниманию, друзья, статуэтка «Юный пограничник с собакой» в зеленой пилотке. У меня в коллекции две такие статуэтки. Это статуэтка, друзья, 50-х годов. Ленинградский завод фарфоровых изделий. Размер статуэтки, друзья, 13 сантиметров. В моей коллекции две статуэтки. Конец 50-х годов, друзья. Посмотрите, какое прекрасное выражение детского лица запечатлено в этой статуэтке. Посмотрите, какой целеустремленный взгляд юного пограничника и его подопечного друга. 40-е-90-е годы прошлого столетия, конечно же, очень интересные работы керамики, фаянса, фарфора Ленинградского завода фарфоровых изделий. Статуэтки советских времен ценятся за точную передачу настроения, друзья. Посмотрите, какой целеустремленный взгляд юного пограничника со своим другом, пограничной собакой. Посмотрите, друзья. Клеймо завода-производителя. Вашему вниманию, друзья. Статуэтка Ленинградского фарфорового завода. Существует легенда, друзья, что автор вдохновилась подвигом героя Советского Союза, пограничника Карацуба Николая и его пса Ингуса. Второе название этой статуэтки – Карацуба. Следующая статуэтка – замечательная работа, посмотрите. Статуэтка-чернильница, лиса и журавль. Покажу вам, друзья, посмотрите, вот так, отсюда можно извлечь вот такой сосудик. Он наполнялся чернилом. Крышечка. Вставлялся вот в это отверстие, друзья. Прикрывалась крышечка. Период работы 50-е годы 20 века. Керамическая артель в Ленинграде. Фарфор, роспись надглазурная, полихромная. Изделие описано в каталоге 1930 по 80-е годы. Скульптура-чернильница разработана артелью «Прогресс» в Ленинграде по мотивам одноименной русской народной сказки «Лиса и журавель». Ну, а эта замечательная статуэтка, наверное, в прошлом веке, в 20-м, была в каждой советской квартире, друзья. Посмотрите, какая замечательная работа. Позолоченный клювик, лапки позолоченные у голубя, гжель, замечательная статуэтка голубь. Высота статуэтки 12,5 сантиметров, ширина 15 сантиметров. Замечательная работа прекрасных мастеров. Фарфор СССР. Голубь.